Итак, друзья, добрый день. Сегодня у нас отправочка. Уезжает вот такой вот Renault Scenic на Украину. Третий год. 2 литра бензин. Автомобиль из Голландии. Ну, для третьего года нормальное очень состояние. Нет нигде ржавчины. В салоне тоже аккуратно, чисто. В общем, помоет чуть-чуть грязный, но это не беда. Помоется. Почистится. И все будет нормально. Все, пусть служит хорошей дороге.